У меня тоже есть какая-то своя жизнь, своя работа какая-то, свои репетиции, блядь. Вот, давай, смотри этот бардак. У тебя есть какая-то работа? У меня, да, есть работа. Пиздобол, блядь. Хорошо, хорошо, проходите, садитесь. Я постою. Миша, широко. Я постою. Да. Мы вас слушаем. Ну а что вам сказать? Вот я в театре работаю. Ну что там, в театре нечего рассказать. Вот, снимаюсь. Ну так это. Снимаюсь очень-очень много. Я бы даже сказал, даже катастрофически много. Скажите, что-то вот лицо ваше не кажется знакомым. А так я же. Я не здесь снимаюсь, я снимаюсь за границей, там, Польша, Чехия, Дания, Бельгия, Швеция, сериал. Вот буквально вчера вернулся из Польши, снимали «Полулетра». Я там играю смертельно больного композитора, и он пишет ораторию. И встречается со своим однокашником, другом детства, влюбляет своего жену, жена ему со мной изменяет, и он меня убивает. Это прям... Заживо сжигает. Простите. Сцена еще была такая эротическая. Верфь, значит, брызги. Какие-то люди ходят. Жизнь какая-то повседневная такая кипит. Ну и такой, знаете, какой-то росток. А меня... что там? Да, это ладно, это история, бог с ней. В Швеции сериал. 2 года снимаю. Я этот... играю агента КГБ. Мрачный тип, нуар. Такой алкоголик, убийца брата. Меня вот что там зацепило? Там он через вот это убийство приходит к Богу. Он верит, что его брат за все свои мучения попадает в рай. Смешно получилось. Я сегодня прилетел, завтра опять в Корею. Там этот фестиваль документального кино. Я представляю нашу документалку. У нас там муджахеды носили русскую телеграфистку, а я так расследование провожу. Ну вы извините, что я так шумно ломился. Нет, нет, ничего, это мы должны перед вами извиниться. Знаете, мы сейчас снимаем картину. Значит, там у нас такой очень интересный сюжет. Но дело в том, что рассчитана она будет прежде всего на европейского зрителя. Ну, да, так, да, больше, да, наверное, да. Документальная такая работа. С вашим опытом, наверное, в смысле, наверное, все-таки с вашей известностью, наверное, все-таки нет. Черт. Следующий. Ёб вашу мать, блядь, по чесноку, я в жизни никогда нигде не снимался, и как ёб, как штопанный гандон, никогда в жизни сниматься не буду, я играю в уёбищном детском театре, кота пидораса, гнойного буратины, этого, блядь, предводителя команчи, у меня в карманах дыры, у меня жена к вам режу ушла, я, блядь, в кой-то веке, сука, вас наебать хотел! Блять, проклятие на мне какое-то, мне, сука, Марья Васильевна еще в институте, блять, говорила, ёбаный в рот, блять. Слушай, ты там сидишь, ты там спрятался, блять. Тебе нужны неизвестные актеры? У меня, блять, вот они, вот. Полная, сука, записная книжка этих неизвестных актеров. Они же как дети малые. Они, сука, как котята брошенные. Им вот руку протяни и ролечку дай. Хуй с ним, пусть самую, блядь, маленькую ролечку. И денег чуть-чуть. И все. И они купят всем пожрать. Доширака, Ролтона, я не знаю, там, водки, хлеба. А потом их эпизодик заметят, дадут еще одну роль. Ну, побольше уже. И уже купят себе вина, оливок. Две маечки, блядь. Курточку родителям отошлют, на машину отложат. Сука, блядь, эти алименты ебаные заплатят.
Там еще Валя. Уже большая. Уже главное. И все. Успех, узнавание. И люди к тебе на улице за автографами подходят. И на обложках журнала печатают. И в телевизор, блядь, к Башару на коньках кататься зовут. И отдыхаешь за границей. И спишь с моделью. И ездишь с водителем. Понимаешь? Вот, блядь, что такое, сука, надежда. Я неизвестный актер. Вот он, я вот, неизвестный актер. Вы нам подходите. Мы вам позвоним. Позвоните, блядь. Ты что, я не знаю, как вы позвоните. Заебали вы уже, блядь, со своим позвоните. Всю жизнь, блядь, позвоните, позвоните. Сидишь и ждешь вашего ебаного звонка. Все, и это... Забейте. Нет, нахуй, ничего не нужно. Все как бы это. Все у меня нормально, все хорошо. Играю прекрасно, блядь. В детском театре. В «Похитителе мышат» кота Василия. Вся труппа, блядь, приходит с таким воодушевлением, сука, играет этот спектакль. Роль интересная, объемная. Мы там песни сами пишем. Буратино у меня не такой, как в кино. Не этот, блядь, вот этот оптимист такой, солнечный пиздадуй. Нет! У меня Буратино другой. У него есть какая-то нотка. Нотка, блядь, этих раздумий, что ли, какой-то рефлексии. Но в этом предводителе Команчи у нас даже пони есть. Я прям на пони выезжаю, и это... О! Я слышу бледнолицых запах. Нет, это вот... Вот, короче. Так что все у меня, заебись. Ну ладно. А, слушайте. Еще один-то. Подождите. Я же фотографии принес. Я перешлю там это. Если что. Там билеты. Билеты в театр принес, вот это. Сука. Давайте, признаем. Да, театр долг. Я там, правда, не играю. Кастинг! Кастинг называется. Сука, блядь, ёбаный нахуй кастинг! Окей.